Hi, my name is Adam Silver. I'm the acting executive director of the Bernard Battelle Center here in Toronto, and really excited to have Metro Toronto Police Services and Financial Crimes Unit here to help share with our seniors some tips, some warnings about fraud and fraud awareness, and especially to deliver it to our Russian-speaking seniors and have the whole presentation translated into Russian. So that's going to be fantastic. Меня зовут Владимир Светличный, я из 32-й дивизии Toronto Police Service. Мы сегодня собрались здесь, чтобы дать презентацию, лекцию по поводу финансовых преступлений, финансовых махинаций, особенно в кругах престарелых людей, потому что мы знаем, что престарелые люди являются легкой мишенью. Добрый день, сегодня рад вам представить Джулию Мигунову, она социальный работник, она работает для этого центра, и она хочет сказать вам пару слов. Меня зовут Юлиана Мигунова, я социальный работник Бернар Бетел Центра. Если вам необходима помощь полиции, скорой помощи или пожарных служб, позвоните 911. Если вам необходима помощь, но она не очень срочная, позвоните по следующему телефону 416-808-2222. Если вы не говорите на английском языке, то переводчик будет вам предоставлен в течение 30 секунд. Спасибо.